Чувашии начнут производить сельхозтехнику малой и средней мощности. Партнером выступит итальянский машиностроительный концерн. Инвестиционный контракт «СПИК-2.0» подписали в Екатеринбурге в рамках выставки «Иннопром». Запуск проекта поможет активизировать инвестиционные процессы в республике. 2 миллиарда рублей, более 7 тысяч рабочих мест. В течение 11 лет в регионе будет локализовано производство тракторов из отечественных деталей. Контракт в Екатеринбурге подписали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава Чувашии Олег Николаев. Запуск такого производства повысит инвестиционную привлекательность региона, а налоговые и страховые отчисления в бюджеты различных уровней составят более 3,5 миллиардов рублей.